Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, я нахожусь в Германии, в Ганновере, и короткое видео хотел посвятить теме мобильной связи в Германии и из большинства стран мира, а их 194, я думаю, 150. Мобильные телефоны называются на английский лад, это handy, от слова ручной. И в Германии есть много фирм, которые обеспечивают эту связь мобильную. Есть очень дешевые, средние, есть более дорогие. Качество примерно одинаковое. Я перечислю только ряд из них. Это D1, D2, это E+, Blau DE. Это мобилка. В основном россияне покупают ее, и русскоговорящие. А также есть турецкая связь, фирма, которая называется Lebara. Вот так она выглядит. Очень дешевая карточка. И в 200 стран мира написано. Связь дешевая. В некоторые 1 цент в минуту. И в Россию связь — это первая минута 15 центов, а затем 5 центов каждую минуту, последующие минуты. И я ее покупаю, потому что это единственная связь, которую карточку, сим-карту можно купить, не регистрируясь, и можно ее купить за 10 евро. Все остальные необходимо заплатить 15 евро. И вот на этой карте, сим-карте, за которую я заплатил 10 евро, 7,5 евро Гудхабен. То есть у меня эти 7,5 евро, могу я по ним звонить. Вот такая связь. Есть с вертрагами, это значит с договорами. И вы можете тогда платить, скажем, 20 евро, 50 евро или 100 евро в месяц. И неограниченное количество смс-ок и звонков вы можете делать в конкретные страны или по Германии. Мобильная связь Германии. Тема этого видео. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.